не стала народного артиста и актера Владимира Татосова, сыгравшего в фильме «Агент национальной безопасности». После продолжительной болезни в возрасте 95 лет скончался народный артист РСФСР Владимир Татосов, сообщает пресс-служба Союза кинематографистов. На его счету было более сотни ролей в кино и постановках петербургских театров. Актер родился 10 мая 1962 года в Москве. В 1974 году окончил театральную студию при Свердловском драматическом театре, а в 1947 году принял труппу театра комедии имени Акимова. В последующие годы служил в петербургских театрах «Балтийский дом», «Приют комедианта» и театре имени Андрея Миронова. В кино принял участие в таких фильмах, как «6 июля», «Крах инженера», «Гарина», «Соломенная шляпа», «Приключения Шерлока Холмса» и «Доктора Ватсона». Активное участие актер принимал в озвучении зарубежных и отечественных лент. В частности, его голосом говорит доктор Снаут в фильме Андрея Тарковского под названием «Солярис».